Были такие. Даже, я не знаю, настолько вот, да, до метели, все там все. У меня и Блок, и Ахматова сразу образы. Все петербуржцы. Да, 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 невольно у меня это было, потому что эти образы, оно хваталось там. Но я же говорю, надо вот это еще вот сесть и все, потому что я знаю, что вы еще только работаете. Еще, как это, спектакль только рождается, и это еще даже чувствуется, понимаешь, поэтому как это свежий, только вот распеленался ребенок, только стал, он еще будет расти. И всегда я с удовольствием смотрю на Леночку, всегда я ее очень люблю, она настолько вот трепетная, такая. Да, и я всегда думаю, как она вот может из таких, и вот молодец, умница, прямо столько вот женственности, столько нежности всего, и веришь во все, что она делает. Спасибо, Танечка, знаешь, вот по твоим чутким руководством. Все, безусловно, Танечка, огромное спасибо, потому что такой материал, я даже не знаю, кто бы смог сделать. Не знаю. Но это очень сложный материал. Очень. Как бы, вот просто из этого и сделать образы. Вот образов очень. Впечатление, что вот сейчас просто хотелось бы прям немедленно идти в библиотеку, да, взять литературу, перечитать об этом времени, об этих интересных людях, что-то опять перелопатить в себе, чтобы вот такой, когда мы куда-то торопимся, что-то забывается, но история, она на той истории, чтобы мы к ней возвращались, и как хорошо, что вы нас вот вернули к этому времени. Чей образ это был? Это был просто единый какой-то такой образ, который человека, который рассказал о своей боли, да, о своей как-то вот внутри самого себя, о любви к людям, о любви просто к чему-то вот, ну, большой такой, огромной, да, любви, да, которая позволила ему что-то сделать именно такое, чтобы ну, толкнули этот шар, наверное, да? Правильный такой, да? Да, который вот именно смел на своем пути все, да, и дал этот модерн с титлем или еще что-то. То есть правильно сказано, да, что человечество создает мир, любовь, искусство, да? И такие люди, они... Ну, я не могу до конца, как, не могу все это объяснить. То есть на уровне вот именно самой энергии, на уровне вибрации, это шедевр. Сейчас вот, вот все, что осталось, конечно, я нигде раньше до этого, ни в одном спектакле, не верила так. Вот это самое сильное впечатление, очень. Дима как-то вообще... Но, безусловно, вот самое для меня центральное, это все-таки стихотворение. То есть то, что я сегодня увидел, да, мне недолго еще придется, ну, как бы этот пазл складывать, да, то есть... Я понял, ну, какие-то интересные моменты, которые я сформулировать даже не могу, да, то есть у меня сейчас такое вот в голове, да, это круто. Такая пульсация такая идет, вот, да, определенная, она сложится, да, она даст какой-то прорыв, но это будет не сейчас, а не в данный момент, да, то есть послевкусие придет не сейчас, оно придет позже, да, когда вот именно вся картинка выстроится, сложится, да, когда все это вот сформируется, что-то, тот же самый шар, который позволит что-то катнуть вперед. Да. Вот, наверное, вот у меня вот такое, у меня вот именно вот такие ассоциации сейчас данные.